Ну что ж, дорогие друзья, всем доброе утро! С вами StarLadder TV, с вами по-прежнему NyashHard, мы на Dota 2 Asian Championship, на квалификациях, да, там с призовым примерно... Сколько там у нас призовой-то? 1 600 000 сейчас, да, и будет все больше и больше, такой мини-интернешнл сейчас проходит. Азиатские квалификации... Самые большие квалификации, там 16 команд играет круговую, было 2 каждый с каждым. То есть, если в сумме 240 матчей за 5 дней. И мы это все освещаем с StarLadder TV с 1 по 4 канал SLTV. Ой-ой-ой, действительно, игр здесь очень много. И сейчас мы видим Dream Gaming против Минески. Первую игру выиграли Минески, это вторая катка. Последняя карта в моем освещении. После меня будет здесь находиться Адекват. Еще на 3 БО2. Ну что ж, давайте перейдем мы к пику, к героям. Посмотрим, что к чему. Опять я вижу Брюмастера, и опять мне хочется уже просто ливнуть. Господи, хватит пикать этого героя, это же не герой. Тем более, ну сейчас берут против него Скайврас Мейджа. То есть есть Сайленс и до... Появление БКБ, Брюмастер будет думать, а, я сейчас ворвусь, клепну, самое главное, клепну, а потом проюзаю Primal Split. Вот, и когда ему Skyverse Match раз, наверное, 3 объяснит, то, что Primal Split он не проюзает, потому что он в Сайленсе, Брюмастер поймет, то, что нужно собирать БКБ, и не будет драться без БКБ, или будет Primal Split юзать там за 3 экрана на драке. Ну что ж, Вайпер, Висп, Skyverse Mage, здесь Vengeful Spirit, Брюмастер. Сейчас Минески немножечко задумались, бонусное время начинает свое тратить. Я уже недоволен. Я уже действительно недоволен этим Брюмастером. В мид. Ну посмотрим, на самом деле Сенкинга сейчас можно еще пикнуть. Сенкинг действительно с Вингой просто потрясающе заедет. Ну и если даже уже брать до этого Брюмастера, то с Клэпом... Ну, здорово, здорово. Два стана, клэпа, можно в меде гангать, всех убивать и вайпера убивать. Интересно, с кем будет вообще висп находиться и вообще зачем пикнули этого виспа. Забанили сейчас Минески Эмбера с Саксом. Я бы, на самом деле, вот как видел только виспа, сразу же Тини банил. Потому что винрейт Тини и виспа, ну, по крайней мере, в матчах, которые освещал я за последние 2 сезона StarLadder'а, за последние вот эти вот, примерно мои 4 месяца дебютирования в SLTV в Star серии, я не знаю, наверное, может матчей 200 с чем-то уже осветил, это точно. И были там, понятное дело, и виспы, и тини, и в общем винрейт в районе 90% у виспа и тини. Залетает тини для Dream Gaming. Доброе утро, Минески. Хорошие герои. Тини Висп, мидлейн, фармящий Вайпер, да, есть Войд. Войд, конечно, за хреносферу убивает там Виспа, и Тини становится, в принципе-то, бесполезным. Войд сейчас единственная надежда Минески. Лич, хорошо, Лич. Я думаю, все прекрасно понимают, почему. Потому что Висп с Тини, опять же, довольно-таки близкие друзья и не разлучаются друг от друга дальше, чем там на дистанцию 600 примерно. И Лич с чайничком объясняет очень хорошо таким героям. Так, ну что ж, на самом деле норм. Все, в принципе, неплохо. У Минески и Войд есть, и Лич есть, и Брюмастер, который также будет в Испазе спокойненько фукусить. У Минески пик вот ровно, чтобы уничтожать тени с виспом. Морфлинга сейчас Dream Gaming отправляют в бан. И минус Бруда. Это, кстати, тоже верно, потому что забанили Бруду. И чуть больше минуты есть времени сейчас у Dream Gaming. Ну, я думаю, ребята... Что-то быстренько себе сейчас пикнут. Five seconds remaining.
Нет, быстренько пикать ребята не будут. Остался герой в сложную. А, дабла Вайпер с Хайврас Мейдж имеется. Или Тини все-таки пойдет фармить. Тимбер Соу залетает в любом сейчас случае в сложную линию. И посмотрим, фармящий ли это Вайпер. Я все-таки думаю, да, то, что Вайпер будет нас фармить. Тимбер, понятное дело, в сложную. Тимбер на самом деле очень хороший герой здесь, так как имеется только один стан. И Тимбер может довольно многое, когда имеется всего лишь один стан у противников. Секунд у Мески на последний пик, и скоро начнется игра. И посмотрим, что сможет этот Денис с виспом. По-моему, сейчас где-то вот эти вот 90% немножко упадут. Войт, скорее всего, будет сложную. Лич, Вингфул Спирит, два саппорта. Брюмастер, мидлейн, нужен керри. Тролль, варлорд. Вот так вот решили Минески. И пик, ну, великолепный. Просто великолепный у Минески пик. Да, есть, конечно, у Dream Gaming Тини с виспом, но... Начал я сейчас уже немножко сомневаться в этих персонажах. Против троллята с Войдом. Так, ребята распикивают сейчас своих персонажей. Очень долго распикивают своих персонажей. Начнется игра уже через 5 секунд и... Ну вот, как раз-таки начали уже допикивать хотя бы героев. А, у нас один дисконнект. Паузу сразу же поставили. Будем ждать. Вой тоже решил пока что реконнектнуться. Так, осталось забрать ребятам лича, и начнется вторая игра. Минески против Dream Gaming. С таким сильным названием, ребята. Пойду пока памятники посмотрю, ребят. Так, обычный сейф. Ой, Феникс. Феникс забавный. Феникс такой интересный. 0 лайков Феникса. А сколько лайков у Сефа? У Сефа тоже 0 лайков. Вы какие-то не очень, ребят. Ух ты. Реконнектнулся Лич, и скоро должна уже начаться игра. Так, что удар по... Ого, здесь вообще пуч у нас ледяной. Вау. Действительно, статуя довольно забавная. Да, супер. Свенчик. Свенчик бейсболист. У меня Тракса круче. Так, отлично, реконнектнул сейчас Вингай. И действительно должны уже ребята отжимать паузу. И скоро мы начнем карту. Минески готовы. Также, я думаю, и Dream Gaming. Да, отлично, отжимается пауза. ГЛ, ХФ желаю друг другу команды. Что по линиям? Так, Тени, 4 танга, 3 веточки щиточек. И пока что он бежит на топ. Угу. Просит опять Минески паузу.
Висп абсолютно ничего не купил, на ботл, понятное дело, сейчас оставил, вместе с тизером, с Тимберсоу отправляется ставить вард. Войд, профессиональные затары. Щиточек, топорик. Демон сейчас плачущего Акса поставил и спрашивает секрет. Почему ты плачешь? Демон все равно висплорд. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Фэри, сори. Отлично, отжимаются паузы, и я думаю, сейчас уж начнется игра. Минески против Dream Gaming. Первую карту выиграли Минески. Опять пауза. Может мне тоже что-нибудь написать? Какие у меня там смайлики есть? А, проблема с мышкой и... Я думаю, конечно, Винга сейчас очень быстро реконнектится, так как проблемы с мышкой решаются довольно быстро. Но ждем мы в общей сумме, наверное, уже минут 5. Чат мертв? Спрашивают здесь в чатике. Да, действительно мертв, все сидят на первом канале, переписываются. Там, по-моему... Нет, там есть subscribe slot. В любом случае, все переписываются где-то в другом месте, но не здесь. Сколько мы будем ждать от Вингу? Винга, 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 Винга. Пойду пока в Твиттере что-нибудь интересное почитаю. Посмотрю пост, как Каспер себе 500 матчей уже выиграл в Хёрстоуне на героя и открыл себе золотого героя. Ух ты, вот это пот. Отлично, Винга реконнектнулась. Так, Минески в чужой лес. Ой-ой, а это довольно опасно. Здесь есть Skywrath Mage. Ну, Skywrath Mage один. Так что опасность может быть только для Skywrath'а. Угу, план капкан сейчас просто со всех кустов обходит этого Skywrath'а. Что-то справедливый, наверное, сейчас почуял и отошел на несколько метров. Так. Режим ниндзя подрублен. Господи, вот это пот. Вот это пот. Есть деревья, быстренько перебегать от дерева к дереву. Делать дырки в заборах. Отлично, начинается у нас карта. Отправляется Тимбер в сложную. Ой-ой-ой-ой, а что подлагивает-то так? Так, мне это не нравится. И не проходит. Не проходит. Я понял. Давайте попробуем вот так вот сделать.
Не забудьте встать и немножко размяться после матча. Такой вот нам сейчас Valve здесь подсказку дают. Так, по линиям. Тимберсоу со Skyward Smash'ем сейчас снизу. SkyMag решил немножечко ему здесь помочь. Секрета, кстати, так напинал неплохо. Тини на линии. Тини с виспом. Висп с банкой. Войд, ой-ой-ой, а Войд в миде, а Войд против Вайпера в миде, а это вообще нормально, ребят? Почему Войд здесь стоит, а Брюмастер пошел сражаться против Тини? Довольно странное, на самом деле, решение. Ну, хотя Войд, что здесь, Промэншилд, все правильно, с Промэншилдом будет намного проще. Только что я хотел сказать, то, что был бы Промэншилд, и проблем бы у Войда не было. Войд, еще и ударил сейчас просто. Вайпера так обижена. Разочек за всю боль. Да, есть Парманшилд. 4 тангусика еще. Но все равно, понятное дело, то, что Войд послабже будет, чем Вайпер. И придется здесь, не знаю, будет ли он максить бэктрек. На самом деле было бы довольно неплохо. Но, опять же, таймлок тоже нужно максить. Проблема. Проблема у Лича. Стопит сейчас здесь Лича Висп на хосте. Хорошо. Оверчардж. Просто Лич сломал ноги во время приземления. Ферстблад для Тини. И все очень хорошо у Тини с Виспом. Тини 6 крипов вдобавок. Аквилка. У Вайпера, в принципе, дэмэджа хватает. Так, здесь какой-то ганг сейчас отличает. Или Лич просто решил зайти на хайграунд. Что происходит? Да, драка Вайпера с Войдом. Наверное, сейчас будет Войд его замедлять или нет. А на развороте? Нет, Лич просто стоит пока что в ожидании. Хорошо. Вот сейчас как раз-таки Лич должен выходить. Отлично, пробивают. Минус Вайпер. Башек еще так сейчас под конец прошел. Вайпер на самом деле нужно было бы вообще не разворачиваться, а просто траться до последнего. Плевать, плевать, плевать Войда и вообще не шевелиться. Умирал бы он там однозначно. Конкассив шотом сейчас SkyMag здесь откинулся. Тимбер не попал. Тимберчейном, и Тимбер в таверне второй раз не попал. Тимберчейном, куда ты пытался, кукнулся? Просто куда, SkyMag, господи, тоже отправляется в таверну, 15 хп у тролля, просто тангрим там откушался. Ой-ой-ой, вот это, конечно, разводят сейчас Минески, и я не понимаю, вы где вот здесь, вот просто сейчас вот так вот я веду, прям вот ровненько, нет, вот так вот будет правнее, где здесь деревья? Где? Зачем сюда хукаться два раза? Ладно бы вот в эту он хотя бы елку хукался, но хук летел ровно, прям по центру, меж бревен. Опять начинаются у меня небольшие лаги. Ну, все-таки Азия как-никак. Да, и это не проходит. Давайте-ка я опять попробую реконнектнуться. Отлично. Все сейчас более-менее. Тини 21 крип, Брюмастер 13 крипов. Где Висп? Висп на базу идет. Висп там сейчас со скролла, скорее всего, прилетит. Зальет просто в Тини. Нет, решил фуловым прилететь. На самом деле, странное очень решение. Ну, и хотя залил ему только маны. Решил еще ботл попить чуть-чуть.
Так, ну что ж, вот, кстати, 26 крипов файта, вообще все прекрасно. Опять же, начинают здесь бить Вайпера. Ой-ой-ой, хроносферка. Хорошо, пробивают. Убили, кстати, Тиммерсоу. Проблема у Войда. Войд мертвый за хроносферу, не убил он Вайпера. Тинни разобрался с Брюмастером. А кто убил у нас... Убил у нас тролль Тиммера. Довольно странные файты. Постоянно, опять же, везде кто-то дерется. Один на один, там, или два в один. На всех линиях одновременно. 4-4. Так, опять же драка, и на этот раз погиб здесь Виз, Primal Split, кирпич, лови. Камень в камень, нормально, хорошая идея. Так, подняли сейчас Тини на ветра, приземлили Тини. Отлично, дабл килл от Брюмастера. В соло Брюмастер разбирает Тини и Виспа. Это, по-моему, штрафуется вообще. В доте. Это незаконно. Ну что ж, 6-4, и в принципе довольно все неплохо сейчас у команды Минески, опять же, хотя Тини топовый нетворс, фейзы, и будут здесь барабашки когда-нибудь. Почему бы через Silence не убить Войда? Почему бы просто не убить через Silence? Viper Strike, Ancient Seal, там 3 секунд хватит. Голуби еще отправить туда, понятное дело. 3 секунд действительно хватит. Тимбер уходит. У Тимбера были здесь некие проблемы. Так, ну сейчас Войд, в принципе, фуловый, поэтому... Варианта такого нет. Тини законтролил руну. И... Погоня за Тини. Тини кинул просто Брюмастера сейчас на лича. Здесь хроносферка. Хорошо. И бить. Вайпер тоже потрясающий. Сейчас зашел хроносферу. Стан на развороте. Драка. Виспа кинуть во всю эту толпу. Минус 2. Прекрасно играют Dream Gaming. И косяк от Минески. Действительно. Просто фейл. Не надо было туда идти. Тем более нечем было убивать Тини. Довольно долго его били. Так, и вышка в меня пока что падает. И с дабл дэмэджем здесь тоже настреливает свою соточку. Вышка. Отъехала вышка. Есть ТП. Винга. Стан сразу же в Тини. Тини нужно хилить. Тини на развороте. Стан или хоть что-нибудь. Нет, просто решил убежать. На самом деле хороший достаточно вариант. Брюмастер. Без пятыми сейчас нашлепал ему здесь его. Минус Тимберсоу. Ворвался Фейслис Войд. И под Battle Trends он довольно неплохо бьет. Минус Vengeful Spirit. Минус Вайпер. Дабл килл уже от секрета. Что происходит? 3 в 2. 3 в 2 происходит. Барабан идти не прожал. Бежать. Пытается бежать. Стан. Нужно дать стан. Нету стана. Стан. Есть стан. Развернись, дай стан. В чем проблема, господи? Да, старался, естественно, Тини как-то убежать от Войда и дать стан так, чтобы Войд не ударил, но Войд был быстрее. Тини был под замедлом таймвелка, поэтому нужно было сходу разворачиваться уже и давать стан, как он только откатился, а не выбирать там позицию. Возможно, прокатил его. Да ладно. Лич решил чайником отфармить крипов. Хорошо. Лич действительно просто чайником отфармил сейчас пакован крипов. На самом деле можно было пойти и за хроносферку убить кого-нибудь хроносферка через 8 секунд. С этим чайником-то. Ну да ладно. Всего-то подумайте. Вайпер. Практически мека уже есть. 5000 на творцу у тролля. А, тролль с мекой. Господи, что? Тролль с мекой. 364 маны мека стоит 225.
ТП. Телепорт прилетел в Висп Стине. Здесь. А зачем так гангать Вингу толпой? Мне кажется, Винга бы умирала. Есть, в принципе, конгасив шот, есть сайленс. Да, Винга бы умирала 100%. Так, Войт с личом. Еще вдобавок и Брюмастер тоже. Здесь Висп пока что один пытается прятаться. Крит, Клэп, Демонс уходит просто на крипа. И у Демонс проблем нету. Вышку Минески проломили, кстати, снизу. Здесь вышку также ломают. Ой-ой-ой-ой. Минески, наоборот, как раз ломают сверху. А Dream Gaming сломали уже снизу. Т2. Пол Т2 отлетело. Мне кажется, стоит поставить все-таки уже глиф. Вингу зацепили. Очень быстро Вингу просто стерли в порох. Прыгнул Войд. Поставил хрена сверху. Поставил хрена сверху на Тини. Пошел Мистик Флэр. А дальше что? Ничего интересного. Чайник. Чайник полетел только в одного Тини. Ни одного отскока. Под момом Войд погибает практически. Есть телепорт Виспа. Висп просто разобрался там с Войдом. Господи, а Войд... Ой, Войд. Висп-то действительно неплох. Минус 2. 2 в 1. Лич. У Лича такие же проблемы. Сейчас Винга вылетела. Поставили паузу. И посмотрим, что сейчас вообще будет здесь происходить. Без маны Тимбер Соу. У Тимбера есть 8 стиков. Но на самом деле сейчас хватит на Тимбер Чейн. Если что. Висп здесь присосался к Вайперу. Вайпер сейчас довольно-таки сильный. Лич умирает 100%. Личу просто некуда деваться. Праймал Сплит. Праймал Сплит кончится у нас... Какого там вообще у нас Брюмастер левела? Брюмастер 8-го. Primal Split длится 15 секунд. Ну, секунд как раз-таки через 7 Primal Split кончится. Ну и камень через секунду. Можно, конечно, убить за это время Виспа. Лич умер. Брюмастер. Осталось 3,5 секунды. Опять паузу поставили. Ну что ж, опять мы ждем Войд, опять паузы, опять ничего интересного. Ну как, драка, конечно, довольно-таки неплохая. Но эти паузы в драках довольно портят всю картину. А, но от Файда нет 25 секунд, зачем держать паузу? Давайте мы закончим драку, а потом, в принципе, можно будет нажать. Так, интересно, а будет ли какой-нибудь телепорт? Нет, Винга бежит пешочком. У Брюмастера нет абсолютно маны. Ну, есть дагер, понятное дело, и успеет ли уйти? Посмотрим. Так, какие-то планы сейчас у Винги. Винга здесь немножко попикала. На самом деле, Брюмастер, Виспа... Нет, конечно, не хватит. 600
33 хп. Ну, виспа. БЗЗ. Так, пока что опять пойду немножко в Твиттере покопаюсь. Отлично, паузу, отжали. Здесь панда пытается куда-то у нас убежать. Блинк. И, в принципе, спасся. А, висп у нас вообще улетел там из драки. Одиннадцать, 14. Что у нас по графикам? 4000 золота сейчас выигрывают Дайер, а по experience, ну, по experience здесь то полторы там, то 1000 здесь. Это на самом деле очень маленькая разница и совсем уж несущественная. Так, Вайда, ПТ, Мом, Форманшилд, Боттл. Вайду нужны артефакты. Войд должен становиться сильнее. Войд будет становиться сильнее, если будет какой-то спейс. И не будем забывать про Battle Trends. Есть здесь у секрета Battle Trends. Можно прожимать кнопочку, и Войд будет очень больно наламывать. Какому-нибудь Skyverse Mage-то уж точно. Тине с поинт-бустером. Так, хорошо. Тине пытался здесь выйти как-то на тролля. Или просто пошел, отжал у него линию. Все это дело отфармил сейчас здесь. У Тине появился второй кусочек аганима. Или уже больше. Нет. Да, действительно, только второй. Топовый нетворс у Тини, потом тролль, потом вайпер и 5700 только у Войда. Войд купил себе Огр Клаб. Да, БКБ здесь действительно нужная вещь. Так как если Skyrise Mage не попадает в хроносферу, просто ставит Мистик Флэр на собственного героя, и Войд не может к нему подойти, не может его бить ни с какой из сторон. Башню Венгай сейчас здесь заденайла. И спокойненько отправилась обратно. Battle Trends. Проблема у Войда. Ну и проблемы также у Тимбера. Нет, у Войда все достаточно хорошо. Тини прилетел, хорошо, лича быстренько сбрили. Стана нету, тоса нету. Пытаются убить Войда. Войд уходит на лоу хп. Войд отпивается с баночки. Здесь Primal Split. Кир, Кир. 30 хп. И Войд еще даже на развороте фраг сейчас зарабатывает. Венга тоже очень мало хп. Но Тини в любом случае ее добьет. Просто наковырял ей сейчас своей каменной лапой. Battle Trends. И тролль пока что ломает, ломает вышку. Ну вот, пол маны у тролля, ему не хватает на меку. Прожал стейки, теперь, конечно, хватает. 5-1-3, господи, какой же тролль жесткий. Skyverse Mage подсобрал сейчас ПТ. И у Вайда практически БКБ уже имеется. Осталось только рецептик себе втарить, и Skyverse Mage не проблема. Так, тролль Варлорд, есть Мифрилхаммер. Посмотрим, что сейчас будет дальше. Возможно, тоже БКБ, что скорее всего. Нарошанчик зашли.
Dream Gaming. Бить. Пол ХП Рошан уже сейчас снесли, ребятки. Тини, как же медленно бьет Тини. Вот, зашевелился. Так, ну а Эгис, я думаю, будут забирать как раз таки Тини. Да. Так, и можно идти, наверное, на какой-нибудь тир 2 тауэр. Снизу 2 уже нету. Можно идти в мидлейн. Войд в инвизе. Кстати, видит здесь Тимбера. Есть моб, есть хроносфера. Но вряд ли успеет его все-таки убить. Команда. Команда подходит. Хроносферка. Батл Трэнс. Станчик. И минус Тимбер Соул. Да, с Батл Трэнсом, конечно, все намного лучше. И очень-очень, конечно, быстро его стерли. На самом деле, Войду здесь даже мом не нужен. Можно было какие-нибудь молнии просто купить. И под Батл Трэнсом разбирать. Так, Батл Трэнс у нас там вроде на 120 увеличивает. Да, скорость атаки на втором уровне 120. А у Войда скорость атаки с момом 100. Вот, поэтому, в принципе, можно было прикупить просто молнии. Под Батл Трэнсом было бы довольно неплохо. Итак, Тини, есть Аганим. Так, у тролля тоже появился сейчас рецепт на БКБ. Осталось 1000, ну, чуть меньше 1000 золота, 700. Графики 1500 для Dream Gaming были, конечно, 4, было все намного лучше. Сейчас некие проблемы с денежкой у Dream Gaming. Так, Тини начинает наламывать здесь. Войд без хроносферы. На хроносферы 20 секунд, все остальные ультимейты имеются. Primal Split также есть. Может, на самом деле стоит ворваться и проюзать Primal Split? Нет, вышку просто ломают, дефить не хотят минески. А вот теперь можно. А вот теперь действительно можно. Главное не попасть в виспу, в хроносферу. Dream Gaming. Войд, у Войда есть скролл, но Войд вообще находится наверху сейчас. Заходит на хайграунд, Войд кастует телепорт. Ой-ой-ой, а куда Войд кастует телепорт-то? Сейчас будет в спину прыгать с хроносферой, просто великолепно. Но здесь фарт, здесь фарт, здесь что-то видно, Войд. Так, поняли, ребятки, то, что сюда прилетел Войд, и просто ушли. Просто ушли. Что там с у нас с вышкой? Вышка немножко совсем хорошена. У тролля есть БКБ. Двадцать минут игры, 15-16. В принципе, довольно интересная карта. Мне очень интересно, выиграет ли Тини. Драка. Тини прилетает сейчас виспом. Хроносферка сразу же. Но успел Тини там эвланж кинуть. Поэтому умирает пока что только один висп. Висп может быть байбек. Виспа есть байбек, и можно прилетать. А, ну релокейт-то нету. А, ну он должен вернуться на самом деле обратно. Обратно, но не сюда. Верно, все. 3 в 2 пока что. Драка у нас. И помер также здесь Кайврас Мейдж. Трипл килл от Войда. Тини старается хоть что-то сделать. Тини ходит назад. У Тини есть Аегис, но драться Тини не собирается. Понятное дело, один Войд трипл килл. 2-100 сейчас на руках. Посмотрим, сколько набрал Войд. 1200 золота. Сейчас Войд с драки вывез. Изи мани. Просто изи мани. Легчайшее. Легчайшее золото. Oh.
Стан, хорошо, полечу, но здесь также стан и в Тине. Тине что себе в курьере несет? Яшу. Яша это интересней. Можно уже действительно выкладывать стик. Стик не прожал даже. Ого. Аегис кончился. Хорошо, отрегенился. Здесь влетели на вайпер. Вайпер в таверне. Драка будет ли продолжаться? Бегут все за тени, хреносферы нету, ничего нету. Войд прыгнул, просто рукой сейчас набивает Тимбер Соу. Кстати, довольно неплохо так пробивает Тимбер. Не хукнулся, БКБ прожал Войд. Тимбер улетает немножко не в ту сторону. Нужно было давным это все распилить, решил занавиться. Вот и все, просто тянул время. Skyrise Mage, кастую телепорт, башек и даже чайник на самом деле можно было не выкидывать, но это уж на всякий случай. Висп прилетел. И тоже отправился в таверну. Ну что ж, в принципе, Тини Висп работала. Работала, пока ребята не стали фидить. Сейчас ребята фидят. И, понятное дело, это не работает. Минески. Подпрыгнут сейчас, думаю, тысяч так до трех по золоту. Battle Trends. Пол вышечки ребята снесли. Что у нас с Войдом? Войд на топе. Глиф. Все резнулись. И нужно, конечно же, отходить. Да, просто Минески сейчас отходят. И будут фармить, скорее всего, свои леса. Чужие леса можно подфармить. Все правильно. Войд сейчас делает 10-3-2. И я слышал, такие фейслес Войды выигрывают игры. Тиня 8-3-3. Ну и на самом деле Тиня с виспом такие вот тоже выигрывают игры. Здесь прям битва титанов скоро будет. Тролль. Такой саппортящий тролль сегодня. Мека, Владмерс, ПКП. Дэмэдж, конечно, тоже есть, но поменьше, чем у Войда, понятное дело. Брюмастер, ПКБ. Отлично, вся команда Минески тарит себе просто блокинбары. У трех кор героев они уже имеются. Ну, понятное дело, лич свингой их не выформят. Вайпер. Ультимейт Торп. Просто ультимейт Торп. Пока что. Посмотрим, к чему этот ультимейт Торп приведет дальше. На нижнюю линию сейчас Dream Gaming у нас отправляются. И неужели будут пушить? Им не хватило? Им, походу, хватило. Действительно, оставили здесь одного Тини. А, недалеко от него находится Висп. У Виспа, кстати, Гост. Хороший выбор. В смоках, Минески, мидлейн. Войд пока что просто в дурачка играет. Вся команда бегает в смоках рядом. Мом нарезает выше. А будет ли Battle Trends? Я хочу посмотреть. Да, 0.40. 2,5 удара в секунду. Вышку сломали. Спокойненько, ребятки, отправляется на свою территорию. Опять же, через чужой лес. Что у нас по графику? 3000 золота, тимбер. Появился дагер. А, ну, 4 заряда был стоуна, дагер. Слабоватый такой. Тимбер 377. Обычно блудстоун собирается, когда ты убиваешь. Сейчас тимбер не убивает. И проще собрать был бы какую-нибудь линку, на самом деле, даже, чем блудстоун. Ну, 9,9 регена. Ну, что это такое? Так, Тини, Манда Стайл.
Манта, кстати, есть. Это очень интересно, потому что Void, Void без молнии, Void без БФ. И, в принципе, там каждый тини по 2200 хп. Void с Дайдалосом. Боюсь представить, что будет с Виспом, если он ГОСТ не прожмет. Или с Скаймагом. ПТ на силу, все верно, но... Сейчас уже навряд ли это поможет. Тини все по-прежнему фармит. Войд все по-прежнему фармит. А, драк пока что нет никаких. Кстати, тут еще тир 1 вообще вышка стоит. Брюмастер сейчас попикал, потому что нужно это все сломать. И Винга уже четвертый раз за игру у нас вылетает. Vengeful Spirit. Мы паузу держим примерно столько же, сколько играем, но может быть чуть поменьше. Я думаю, может быть минут все-таки 20, а не 27, но в районе этого. Да, очень много пауз. Вышечка, Т1, упала. Так, здесь драка, отлично, Войд, ну нужно в кого-нибудь уже прыгать. Мом-то кончается, и нету, естественно, уже блинка, конкассив шот сейчас получил. Никого Войд не поймал, все разбежались в разные стороны. Вот это вот хорошая игра от Dream Gaming, вот бегать ребята умеют. Так, поймали Skyros Mage с трех ударов, он умер. И умер бы с двух, если башек еще прошел бы изначально. А так там одного крита, в принципе, хватило больше, чем на полздоровья. Тини 1500, тини тоже. Нужно бы прикупить какие-нибудь криты. Нужно только еще нафармить на эти криты. Тролль ворвался сейчас на тини. Ну как, так слегка. Тини прожал барабашки, убежал на барабашках. 493, там 522 даже с прожатыми фейсбутс. Минески забирает себе сейчас Аегис. Хорошо, Войд поднимет, понятное дело. И у Dream Gaming некие проблемы сейчас. Тимберсоу. Плэтмейл появился. Будет появляться какая-то шива позже. Но это все позже. Сейчас Минески сильнее в 6 раз, наверное. Если хроносферка по тине и виспу, висп умирает там с крита с двух. Я уж не думаю, то, что успеет прожать ГОСТ, даже если успеет, то это 4 секунды. Можно 4 секунды побить тине, а потом за один удар убить виспа. Здесь-то хроносфера 5-секундная. Диффуза появились у Войда. Ого! Ну что ж, диффуза на самом деле это классно. Мом, диффуза. No,
Войд, прыжок. Диффуза же есть. Понял, Войд, это через несколько секунд после того, как прыгнул. Хроносфер решил все-таки поставить на Тимберсоу. Висп не стал релокейтиться, хотя на самом деле можно было подсейвить, но решил, что не тот это герой. Просто не тот это герой, на которого можно тратить свою собственную жизнь. Так, и Минецкий сейчас по топу отправляется. Войд без хроносферы, кстати, если что. Давно он еще ее не юзал, сейчас, наверное, просто психанул. Поставил купол. Три 600 Тини. Тини однозначно, конечно, сейчас силен. Нужно еще больше силы. Так, драка, 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 драка. Войд включил БКБ. Минус вайпер. Очень быстро его нужно убить. Диффуза же есть, нужно сжать. Отлично. Дальше пойдет ли? Ну, еще и на виспа зашел. Господи, Войд просто с диффузами убивает всех. Абсолютно всех. А теперь убежать. Убежать навряд ли получится. Вцепился в Тимберсоу. Кстати, довольно неплохо. Стан Тини не попадает сейчас станом. А в чем проблема убить этих двух героев? Они вообще бесполезные же. Да, Тини не стал этого делать. Отвратительная драка в исполнении Dream Gaming. Я не понимаю, что просто они делают. Что они вытворяют? Тини прикупил БКБ себе ванкликом. Войд там 300 хп, даже меньше. Войд сколько у него там было? Ну да, где-то, наверное, в районе 250 хп. Войда никто не трогает. Войд бегает, каждого диффузит. И каждый старается убежать в диффузах от Войда. Ну, потрясающая логика. Минус сторона. На мидлейн также сейчас заходит Минецкий, хроносфера появилась у Войда. Эта драка была без хроносферы. Эта драка была просто Войд зажал кнопку и бегал, всех бил ПКМом. Даже без таймвелка, без всего. Он один раз там кого-то прыгнул, и все, стан по трем героям, хорошо. Мистик Флэр здесь. Войду без разницы, Войда БКБ, хроносфера, отлично. Вцепились сейчас сразу же. Ой-ой-ой-ой-ой, какой подсейв, подсейв сейчас был от Виспа. Тини, БКБ, навалил. Сбил Аегис, это только Аегис. Вернулся сейчас вайпер. Ну и уходит с таймвелка. Войд. Так, стороны нет. Вышки в мидлейне тоже нет. Сейчас, конечно, да, Dream Gaming отдефили, слегка отдефили. Тролль вообще байбекнулся. Зачем байбекался? Поражать, наверное, Battle Trends. Тоже с диффузами. Хекс у вайпера. Войд, 6-секундная БКБ. Действительно, Хекс может работать. Очень даже неплохо. Там буквально 5 секунд потерпеть этого Войда. Заденайлся Тимбер. 2 заряда в Уолстоуне осталось. И у Войда появляется рефрешер. Две хреносферы. И это проигрыш для Dream Gaming. Я могу уже сказать на 99%. Могу просто почку сейчас поставить. Собственную на Минецке. Такой Войд навряд ли проиграет игру. Две хреносферы, тем более умирает очень быстро вайпер, умирает очень быстро там Тини. Да даже, да, Тини быстро умирает, у Тини 2700, Тини с плитмейлом. Ну хотя вот сейчас с плитмейлом, конечно, он будет жить поболее. Time is money.
30-21. И вот такой вот камбэк от Минески. Сейчас там было преимущество даже 10 тысяч. Немножко они снизились, конечно, до 7,5. Проигрывали пятеру практически. Изначально. Брюмастер. Аганим Дагер. БКБ. Есть все для хорошего прайма сплита. Можно залетать, можно развлекать компанию, можно развлекать виспа, можно развлекать Скайврас Мейджа. Там на ветрах крутить. Кирпичи кидать в людей. В инвизе. Брюмастер. Дорошана. В районе 2 минут. Так, ну и как-то Минески стесняются, в принципе. Последняя сторона, последний Т2 Таур и последние две стороны. Хорошо, да, здесь же бараки тоже еще стоят. Вайда две хреносферы, и нужно их тратить. Нужно их тратить, или буду ждать Рошана. Ой-ой, а это только до времени же. Все понятно. Рошан еще очень долго. Ну, сейчас как раз таки узнаем, когда будет Рошан. Battle Trends, вышка падает. А, ну вот до Рошана осталось 17 секунд. Довольно-таки быстро он появился все-таки. Минески. Отправится ли? Там, кстати, сыр. Там можно и троллю еще тоже сейчас засунуть сырочек. Вейду, по-моему, пора уже выкидывать мом. Или можно даже, наверное, ПТ выкинуть. И все равно есть диффуза. Все равно он всех догоняет. На Рошанчик. Зашли сейчас Минески. Посмотрим, кто что будет забирать. Тролль. Выложил уже скролл. Походу, для тролля Егис. Да, сыр. Сыр забрал Брюмастер. Хорошо. Ну что ж, некие проблемы у Dream Gaming. Ребята стоят просто под своими бараками, ждут, ждут неизбежного. Тини 2500. Откроем-ка мы состояние байбека. Тини есть байбек, у Тимера есть байбек. Все нафармили на байбек, кроме Вайпера. Вайпер решил купить себе Ogre Club. Это, наверное, алебарда сейчас будет у Вайпера. Хекс, алебарда, господи, человек-контроль. Просто человек-контроль. Но, да, алебарда еще очень долго. Минески как-то с двух сторон сейчас пытаются сплитить. Смог. Да ладно. И неужели вы сейчас будете заходить просто вот здесь вот? Ой-ой-ой-ой, что сейчас делает Войд с Вингой? Потрясающе. Просто потрясающе. Никого Войд пока что не нашел. Прыгнул. БКБ включил. Battle Trends. Быстренько здесь убили Вайпер. Вайпер-то без байбека. А хроносфера будет. Да, хроносфера на Тине. Тине долго пробивается. На самом деле очень долго. Мистик Флэр. Без разницы. Войд терпит. Вайдан просто свапнули. Войд пошел дальше драться. Вторая хроносфера. Быстро нужно убить. Ну господи, это ж не тот Тине. Тине жив. Байбекнулся Тимбер в сторону. Минус сторона. Отлично. Сторона упала. Сыр выложили сейчас Войду. Забрал обратно сыр Брюмастер. Падает также Т3. Вышка здесь. Battle Trends. Поехал. А Егис у тролля. Не будем забывать об этом. Войд старается драться. Войд. Камнями сейчас Вайда засыпала. Но здесь также Primal Split. Очень все прекрасно делают Минески. Хороший тимплей. Вовремя жмут кнопки. Войд байбекнулся. Лететь просто на травелах. Лететь. А есть травела? Да, купил травела. Летит в драку. Дальше драться. Тини. Разваливает кабинеты, в принципе. Battle Trends драться. Ой-ой-ой-ой. А Тини-то не слаб на самом деле. Отхиливается Войд от Тимбера. Господи.
Не умирающий фейслис войд. Просто не умирающий. Кстати, Тинь-то тоже, в принципе, живет. Отлично, хиксанули сейчас тролля. Тролля убили. Мега себе подхилил, этого не хватило. Зря байбекался войд, как я понимаю. Тинь байбек так и не тратил. Кстати, очень много денег сейчас у Тинь. И просто решил прикупить себе кирасу. Ну, по-моему, на байбек тогда не хватит. Кираса есть, 2000 имеется, ну да, в принципе, байбек будет. Я думаю, 500 золота он, может, не потеряет. И по мидлейну сейчас выдвинулись ребята. Кстати, а Void там с хроносферами, с одной пока что хроносферы, заапгрейдил диффуза до второй 60 секунд. Как мы понимаем, за одну хроносферу он тени не убивает, да и за вторую тоже. Ну что ж, это такого... своего рода камбэк, что ли? Так, у тролля появилась алебарда, хорошо. А у вайпера? У вайпера ничего нет, 1800 золота просто на руках. Смог у виспа. Серьезно? Дагер? Дагер? Продал Логер Клаб, Вайпер купил себе Дагер. Без байбека, опять же. Ой-ой-ой, а Войт-то в инвизе. И здесь рядом Тинь. Вот, кстати, сейчас может быть очень хорошая драка. Хроносферка. Сам себя забашил Войт. Включил БКБ и решил очень быстро разобраться с Тинь. Тинь получил сан, 90 секунд его не будет. Вторая хроносферка. Пока что хиксанули просто. БКБ. Решил убивать спокойненько виспа. Минус висп. Есть байбек. У виспа, кстати, нет байбека. Это очень плохо. У виспа нет байбека. Здесь секрет спокойненько наворачивает уже по баракам. Тинь байбекнулся. Войд развлекается. А зачем было тратить хроносферу в Skyward Smage, я не понимаю. Тинь-то байбекнулся. Как сейчас Тинь-то бить? Вот зачем дагер вайперу? Войд. Свапнули здесь файда. Войд уходит просто с таймвелка. Я на самом деле не понимаю, зачем было в Skyward Mage тратить хроносферу. Бараки наламывает. Тролль. Кстати, троллю здесь очень сочно. Спокойненько барак практически доломал. В любом случае это ренджовый. 500 зол... 500 сул... 500 хп у него там осталось. Вайпер. Минус вайпер. Как же все просто для Минески. Тинь ворвался. Вот сейчас Тинь будет ребятам, конечно, объяснять. Тролль просто решил побегать. Алибарда, если что, имеется. Алибарду нужно вешать. Но не успел он абсолютно ничего сделать. БКБ не кончалось. Брюмастер драться до конца. Сыр сейчас съел. Хорошо. Тэпнул. Бить своей лопаткой по Тимберу. Так, ну подошел Тинь. И, понятное дело, Брюмастер отсюда уже не уходит. А, у барака 230 хп. Я бы не сказал то, что Dream Gaming это все отдефили. И то, что у них получилось отдефить, и то, что они там по деньгам вышли. Хотя куда они вышли, Минески все выше и выше становятся. Да. Ой, есть хроносфера. Через 80 секунд будет вторая хроносфера. По-моему, можно просто зайти, поставить хроносферу, сломать барак и... и все, и стоит на базе. Dream Gaming не ВП Polar. У ВП Polar просто аура есть такая пассивная. Они дефят мега-крипов на 50% легче, чем все остальные команды. Такая своего рода пассивочка. Войд ворвался с травелов. Здесь глиф, хроносферку решил поставить. Барак доломал. И просто уходит. Просто уходит. Ну, надо вставать сейчас на самом деле. ТП на травелах. Отлично. Мега крипы. Алибарда у Брюмастера.
Две алебарды сейчас в команде Dream Gaming. Тини, демонейдж после кирасы. Тини сильный, действительно, Тини сильный. И есть поддержка виспа. Но Тини один сильный, а там сильных три. Там мега-крипы, на самом деле, там Тини, по-моему, по плечу аж ростом. Суап, Винга, очень хорошо сейчас сыграла, Брюмастер просто отсюда уходит. Винга, конечно, веткой очень быстренько разбирает сейчас синий эту Vengeful Spirit. Войд, кстати, Хроносфера через 30 секунд, я бы не стал сжать рефрешер. Ворвался спокойненько на Тимбера, Тимбера ручками убил, нужно уйти. Бремастер, Primal Split, не заюзал, получил Silence. Привет, хороший герой. Всегда про это говорил. Войд спокойненько убегает. 5 секунд до хроносферы. 5 секунд до хроносферы. 4 секунды до хроносферы. Прожал просто сейчас рефрешер и заюзал хроносферу, когда там была 1 или 1.5 секунды примерно кулдауна. Но на самом деле правильно сделал, иначе бы он умирал. А здесь падают уже тир 4 вышки. Приходится Тине возвращаться дефить. По Войду без разницы. Войд просто бегает по лесам. Бьет крипочков. Регенится. Вайпер. Плюнул в лича. Ну, ворвался тестис Войд. Здесь его сразу же хексанули. В любом случае, Вайпер будет погибать. Сколько у вас алибард? 3 алибарды в команде Минески. Войд прыгнул еще дальше. Battle Trance. Драться. Стини. Хорошо. Мистик Флэр по Войду. Войда не будет. 120 секунд. У Войда есть байбек. Войд сразу же байбекается. Господи, вот это пот. Вот это пот. Есть травела. Можно лететь на травелах. Что-то придумывать. Хорошо. Войд как раз таки отправляется сейчас на нижнюю линию. Здесь команда. Увидели Рошанчика. Винга начинает бить Рошана. Войд также прибегает. Быстро этот Рошан, понятное дело, отлетит. Войд подсобрал кирасу и будет сейчас мом, понятное дело, продавать, потому что мом ему уже играет только в минус. Голый трон. Просто голый трон. Один колодец. Вот этот вот один вообще колодец, который, по-моему, никто никогда в жизни не ломает, и его даже не видно здесь. А, ну вот еще один. Ого, памятник остался. Бил. Памятник, это, конечно, хорошо. Рапира у Тини. Рапира у Тини. Ай, вот это пот. Старается Dream Gaming дефить, но это практически невозможно. Это, в смысле практически? Это реально невозможно. Сейчас просто ворвется Войд и под батл трансом за 2 хроносферы разломает трон. Глифа. Ну, глиф будет через минуту. Хорошо. Здесь как раз таки через минуту будет и... Что происходит? Ничего пока что не происходит. Да, уже просто под фонтаном сейчас стоит Висп со Skyros Mage. В прямом смысле этого слова под фонтаном. Тут в этой вот зоне. Минут игры. И Минески уже в шаге от победы, на самом деле. Осталось только совсем чуть-чуть им додавить. Сомневаюсь, что такое возможно отдефить. Что возможно отдефить такого Войда. Мега-крипов. Нет, с мега-крипами, конечно, справляются ребята, но... Заходят, хорошо. Primal Split. Будет ли Primal Split? Нет, все решили бить трон. Все решили бить трон. Идея очень хорошая. Хроносферка, битрон, глиф.
Надо было прожать БКБ сейчас на самом деле на месте Фейслис Войда. Вторая хреносверка, опять бить трон. И на этот раз трон-то упадет. Уже 1000 хп. Бить, ломать. Вот, как мало здоровья, вот, в таверне. Вышка стоит, самое главное. И, ну, просто мега-крипы, конечно, там уже запинали трон. ГГ, ВП. И, в принципе, я так и думал, что получится что-то подобное. То, что Войд просто ворвется, поставит две хреносферы и начнет лупить по трону. Но Войд его не убил. Убили все-таки крипы.